Приметой нашего времени в муниципалитете давно уже стало благоустройство мемориалов, которое ведется в том числе и в рамках федеральной целевой программы увековечения памяти погибших при защите Отечества. Ну и на нашем старом кладбище есть много ветеранов войны, тружеников тыла, нашедших здесь последнее пристанище. И поэтому там также нужно заботиться о порядке. Акция по наведению санитарного порядка проводится активными студентами далеко не в первый раз. Во время уборки активисты собрали в междурядьях большое количество мусора, преимущественно растительного, и очистили от травы и бурьяна ряд могил. Хорошая инициатива студентов всецело поддерживается районным советом ветеранов войны и труда. По инициативе совета ветеранов и по согласованию с администрацией района, поселений, эти вопросы начали решать. И большое подспорье в этом вопросе как раз оказали нам и студенты нашего университета. Совет ветеранов благодарит за эту работу. Молодые люди не только наводили санитарный порядок, но и по мере сил постарались подремонтировать памятники ветеранов войны и труда. Каждый делал то, что у него получалось лучше всего. Мы рады, что волонтеры нашего института помогают нам на старом кладбище восстановить могилы участников войны. Их очень много. 40% где-то уже брошенных. Нету родственников, не это. И мы надеемся, что это начинание продолжится из года в год, и мы приведем наше кладбище в очень красивое состояние. Студенты работали с энтузиазмом. Никого не было необходимости как-то нацеливать на работу. Прежде всего, потому что они понимали, что делают нужное и важное благородное дело. И поэтому им было приятно проявлять активность и разумную инициативу. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».